Всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, джентльмен, вы попали на мой новый видос на моем канале, а именно на новую серию рубрики «Путь к киберспорту». Сразу хочу попросить у вас прощения за то, что так долго я не выпускал этих видосов, а в частности рубрику «Путь к киберспорту». Поймите меня правильно, времени на это просто не было. Еще раз простите и извините. Сегодня я поговорил о позиционировании прицела. На самом деле это очень важная и нужная вещь в игре, которая поможет вам повысить свой уровень игры в разы. Так что если вы хотите улучшить свою игру, то обязательно досматривайте этот видос до конца. Ну а мы начинаем, погнали! Перед началом данного туториала хочу сказать, что вы обязательно должны посмотреть мое предыдущее видео рубрики «Путь к киберспорту». Ведь в нем я рассказал о том, как подобрать свою чувствительность, как тренировать свои флекшоты и как в целом правильно стрелять. Так что ссылочка есть в описании, обязательно смотрите этот видос, а потом переходите на этот. Жду вас. Итак, начнем с того, что вообще такое позиционирование прицела и как правильно позиционировать свой прицел, а как не нужно и вообще категорически неправильно позиционировать свой прицел. Проще говоря, позиционирование прицела — это ведение своего прицела четко по стене, при этом на уровне головы. А теперь перейдем к тому, как же все-таки правильно позиционировать свой прицел, а как неправильно. На экране вы видите неправильное позиционирование своего прицела. А сейчас правильное. Так в чем же все-таки разница? В первом случае у нас прицел был наведен на уровне ног и не водился по стенам, за счет чего противник мог выйти из-за стены и поставить нам мгновенный хедшот. И вообще мы бы никак совершенно не среагировали, потому что мы, во-первых, играем на мобильном устройстве, и делать такой огромный флик ну просто невозможно. Или если бы чувак стоял на миду, и мы бы таким образом позиционировали свой прицел, мы бы тоже никак не смогли на него среагировать. Во втором же случае все предусмотрено, и прицел вводится на уровне головы и по стенам. Ну, например, чувак выходит из-за стены, вы ему ставите мгновенный хедшот, вообще без всяких проблем. Или если чувак стоит на миду, вы тоже выходите и ставите ему голову. Надеюсь, вы меня поняли. А теперь перейдем к тренировкам этого самого позиционирования прицела. Для начала наших тренировок зайдем на совершенно пустую карту, будь это Sandstone, Rust или провинция, мы зайдем на Sandstone. Далее вам нужно выбрать совершенно любую точку на карте, с которой вы будете начинать свои тренировки позиционирования прицела. Когда вы ее выбрали, просто начинайте ходить по всей карте, вводя прицел по всем стенам, позициям, ну и при этом, собственно, соблюдая все пропорции головы. В принципе, как показано на видео. Тренируйтесь так около 5 минут, и могу вам точно сказать, результат будет. Можете даже потом пойти на другую карту, например, Rust или провинция, и там точно так же потренироваться. Это будет для вас очень полезно. Теперь перейдем к очень важной фишке в игре, которую многие не соблюдают, из-за чего не успевают среагировать на своего оппонента и просто-напросто умирают. Как вы уже догадались, это правильная постановка своего прицела, когда противник выходит из-за стены. На экране вы видите первый метод постановки своего прицела. Этот метод нужно использовать тогда, когда противник бегом выходит из-за стены, чтобы, собственно, среагировать на его выход и не делать никаких фликов. Далее второй метод постановки своего прицела. Этот метод нужно использовать тогда, когда противник в приседе, не издавая никакого шума, выходит из-за стены. Ну и собственно, выходит он очень медленно и среагировать на него очень легко. Так что прицел нужно держать как можно ближе к стене, из которой он выходит, чтобы очень быстро и моментально его забрать. В принципе, это все, что я хотел сказать. Но хочу добавить еще то, что изо дня в день, неважно, пустая эта карта или карта с игроками, всегда тренируйте свое позиционирование прицела. И думаю, так через несколько недель или может быть даже больше вы станете просто идеально играть. По крайней мере, лучше, чем играли до этого момента. На этом все. С вами был ваш старый добрый джентльмен. Всем удачи и покусики.